Приветище, это Рафт. И сегодня мы отправляемся на утопию. Ну, здравствуй. Вот так вот. 2000 метров. Ага. Ничего себе. О, прикольно. Мы, походу, прямо к пристани плывем, да? Это ж пристань. И без охраны. Пираты выходят на берег. Там люди. Там кто-то болтает. Короче, нам нужен ключ от тюрьмы. Это тюрьма. О, ящик, который можно нести. Но для чего? У-ху-ху. Это гиены. Откуда здесь гиены? Ты чё, ёлки? Она меня тащит. Заряжай. Оу. Если чё, то это не я был. Крутотенечка. Если вы это читаете, знайте, улов, скорее всего, на рынке наверху. Может, мы сейчас с него поднимемся и наваляем ему. Ага. Двери тут все закрыты. Ладно, поехали наверх. Сейчас будет, походу, битва с этим улофом. Здравствуйте. Ого, как тут прикольно. Полоса препятствий. Оп, упал. Теперь понятно, для чего здесь сетки. Попыточка номер 2, присели. А куда мне дальше-то? Ого, нифига себе тут. Ничего себе. Капец. Здесь, короче, лучше играть от третьего лица. Потому что так лучше видно. Ну чё, погнали. Опа. Прыжок? Нет. Короче, я улетел на самое начало. Попробую воспользоваться другими методами. Вот тут шестеренки. Есть шестеренки. Может, тут есть какие-то обходные пути, я не знаю. Что тут у нас? Нужен молоток, ясно. А под этим штучкой можно пробраться? Можно. Можно пробраться, но куда ты проберешься, в принципе, там некуда идти. Ладно, попробуем по стариночке, как мы сюда забрались, так и... Так, я понял, что от третьего лица вообще не вариант играть. Это очень дико сложно. Эти беспонтовые, блин, кто их придумал только? Ужаснейшее испытание. Нет, я хочу, я смогу. Бежим, есть, фух. Это так сложно. Почему-то мне казалось, что это очень легко. Опля, присели. Привстали, прыгнули, присели. Все хорошо, все отлично. Бежим. Это твою налево. Ну что, погнали. Прыжок, прыжок, присел. Прыжок. Есть! Кажется, прошел. Кажется, прошел. Я смог это сделать, офигеть. О, арбуз, отлично. У меня как раз воды не было. Ништяк. О, молоток. Он нам нужен был. Здесь нужны шестеренки, чтобы подняться еще выше. Нет, это не заставляет меня снова пройти это испытание. Долбанное это... О, тут лифт есть. Прикольно. Так, если я его... Ага. Все, я не буду мучиться, отлично. Спрыгиваем просто вниз и по сетке. А, как больно было. И по сетке бежим. Хорошо, что я этот лифт увидел, блин. А то бы мне пришлось снова испытать эти страдания. Так, я пришел. Молотком разбиваем эту штуку. Ага. Я не стану повторять. Садитесь на плот и плывите прочь. Оставьте утопию мне. Иначе вы будете последними разведчиками в истории. Это улов. Он вояка какой-то, елки-палки.
Ну и черт с ним. Так, ладно, спрыгиваем, короче. Забираем шестерен... А, по одной шестеренке только таскать могу. А если их на ящик как-то положить, можно это сделать? И ящик потом просто стырить. Ага. Нифига себе. Прикольно. А я могу на них прыгнуть? Нет. Короче, эти шестеренки, они бесконечны. Ну давай отсюда тогда выбираться. Что у нас тут имеется? Циферка 1, циферка... Это буква В или Б. А 2, 3, 4. Лифты 2 штуки. Все сложно, капец. В принципе, и когда было легко, да? Опля. Здесь можно запрыгнуть. Для этого возьмем тогда коробку еще одну. Вот сюда ее поставлю. Ну ставь ты коробку, елки. Ладно. Не хочет он так ставить. По старинке поставлю. Я на втором ярусе. Здесь у нас есть... Требуется шестеренка. Одна штука. А, теперь понятно, для чего тут шестеренки. Притащили. Кладем сюда одну. Опустилась. Ладно, короче, пока не суть. Поднимаемся по этой лесенке и смотрим, куда мы пришли. Мы пришли сюда. Требуется шестеренка. Ага. То есть, как бы... Она по-любому нам нужна. С шестеренкой подняться наверх не могу. И что делать? Короче, чтобы эти шестеренки поднять, мне нужно теперь опустить вон тот лифт. А как до него добраться? Вот так вот, да? Поднимаемся наверх. Значит... А какой этаж мне нужен-то? Это второй получается? Ну давай третий сюда затащим. Так. Ой, слишком высоко. Слишком высоко подняли. О, круто, на каждом этаже есть свои веса. Однерку давай еще бахнем. А, ну это я совсем укатил вниз, да? Давай тогда тройку уберем. Тройку убрали. Так. Ну, короче, закидываем сюда двойку, а однерку просто выкидываем, и вот и все. Вот и все. Че ты мудрил-то тут? Мудрил что-то, капец. Мост опустился. Посмотри! Только грязные рафтеры превратили роскошные апартаменты в помойку. Освободить их от обязанностей – лучшее, что я мог для них сделать. Поверить не могу, какие вы все неблагодарные. Чувак, может, скинешь что поесть? Я кушать хочу. В смысле, попить. А, кстати, башка гиены. Это прикольно смотрится. Такой панк. Так, ну давай смотреть, что тут нам необходимо. Значит, требуется шестеренка, ясно. Там, кстати, монетка, что ли, или что? А, нет, показалось. Пойдем, значит, за шестеренкой. О, она тут уже рядышком прям. А, смотри, мы опустили мост, и она отлетела, эта шестеренка. Ну и ладно, нам же хорошо. Далеко за ней бегать не надо. Значит, шестеренку кладем. А, и теперь на самый-самый верх нам нужно подняться. Я тут. Мы можем опустить бочку. Я с вами вниз еду. Так, и теперь... А куда нам нужно поднять? Вот самый главный вопрос. Сейчас я поднимусь тут. Это какой этаж? Третий. По всей видимости, нам на третий этаж нужно поднять шестеренки теперь. Да. Закидываем четверку. Однерку сейчас выкинем. Так, однерку выкидываем. Берем двойку. Ага. А, четверку выкидываем. Берем тройку. Двойку выкидываем. Все. Все, приехали. Вроде бы как надо. Шестеренку берем. И тащим ее. Готово. Спустился сюда. И теперь мне нужно шестеренку... Возвращаемся обратно. Вот эту шестеренку подбираем. И теперь мы ее на лифт кладем. Сейчас смотри, вот сюда. Я на этом лифтике вместе с ней могу уехать. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Нет, не могу. Отстой. Мне придется опять это все все-таки преодолеть. Так, ну ладно. Поехали. Она уехала без меня. Вот и все, я здесь. Шестеренку надо забрать. А как это сделать? Она далековато, зараза. Есть. Фух. Фу-ху-ху.
Я тут. Я шестерню принес. Ну что, поехали? Еще выше, по всей видимости. Приехали. Так. И куда это мы приехали? Есть ящики, которые помогут нам забраться еще повыше. Все, ящики притащил. Запрыгиваем. У вас был шанс уплыть, но вы не слушаете. Где ты кричишь? Хорошо, будь по-вашему. Добро пожаловать в утопию. Откуда ты вечно орешь? Постоянно тебе надо искать. Мне страшно как-то. А это что, рынок, что ли? Непонятно пока. Ладно. Пойдем сразимся с этим улопом. Он сейчас будет на меня натравлять, наверное. Прекратите! Что прекратить? Воу-воу-воу-воу-воу! Что это такое? Он бомбу, динамит в меня кидает, офигеть. А, вот ты где, елки-палки, я тебя вообще в упор не вижу. Значит, мне нужно к тебе просто подобраться. А если я в тебя с лука стрельну? А ему пофиг. Он какой-то пуленепробиваемый, слушай. Огонь! Елки-палки, надо опасаться всего это дела. Так, мам, тут нечего делать, выбирайтесь. Значит, я просто беру ящики и просто вот тут вот выставляю их. Так. Все ящики, которые тут есть, нужно их взять. А, больно было. Это чертовски больно. Так, этот ящик здесь. И этот ящик... Ага, он взорвался. Ящиков тут, в принципе, тут приличненько так положили. Черт. Вот это не круто, конечно, сделал. Ладно. Попрыгаем. Ай-ай-ай-ай-ай. Не запрыгну, значит, я убираю один ящик. Делаю вот так. Привет! Тактическое отступление, перегруппируемся! Пехота, приготовиться к атаке! О, чертежи. Что тут у нас? Чертеж, электрический блок для зипла... То есть это получается, я теперь вниз и вверх смогу подниматься, раз он электрический, он меня спокойно поднимет вверх. Ключ от склада. Круто. Ну вот это вещь, конечно, что зиплайн будет меня теперь и вверх поднимать. Где этот склад может быть? О, вон, наверное, ключ. А зачем он мне ключ тогда оставил от склада, я вот понять не могу. Он, видимо, про него забыл просто, и все. Ключ от склада, мы на складе. Там куча гиен, можно вниз прыгнуть, смотри, тут куча кле... О, а что там, это крысы такие мощные, смотри, какие там глаза. Уф, страшно как. Капец, как страшно. Дверь закрыта с другой стороны. Ладно, что, я спрыгнул. Какие же вы тупые! Вы живы только благодаря мне! Да блин. Они все сдохли. Гиенчики. Давай мазью помазюсь. Хотите, чтобы я тут все разнес в клочья? Да нет, не хочу, но ты же псих. Да что делать? Вверх теперь взбираться? Вон туда, да, да. А, он выпускает по-новому их. Он их по-новому выпускает. Офигеть. Три штуки. Динамитом. Ай-ай-ай, горячо. Уходим. Капец, мне хана. Фух. У меня есть еще это? Запрыгиваем. Ай-ай-ай. Прям к динамиту. Нет, отпусти меня. Надо залезть наверх. Черт возьми, плохие дела. Очень плохи. У меня есть мазь еще одна? Есть. Еще одна мазь. Давай, мазься! Гиены бегут за мной. Нет, ты меня не тронешь. Тронет. Еще как тронет. Скотины. Жесть! Меня сейчас убьют нахрен. Сраные гиены. Фух, 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 фух. Так, лекарств больше нету. Поживем, может, хотя бы перед смертью. Так, я там два поставил. Ты мне сюда динамит никуда не закинул. Фух. Ладно. Понеслась жара. Просто начхать на этих гиен. Бежишь и делаешь башенку. Башенку. Ставь башенки, ёпарасоте. Ай, обжегся. Вот так. Вот так. Пошла вон! Уходим. На тебе. Ай! Чёртова гиена. Да твою налево! Да ты можешь что-нибудь сделать-то?
кретин на кусок. С ящиками я сдох. Так, я прибыл снова сюда. Ящики там мои стоят, гиенчики меня тут ждут. Ящик берем. Сейчас мне осталось только вторую просто башенку построить, и как бы и все. И не париться. Вот это я заберу. Пошли в попец. Опа. Да елки-палки, почему они меня с этих ящиков, когда я наверху, они меня дергают. Прям бесит. Так, я наверху. Мне чуть-чуть еще не хватает. Бегу, 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 бегу. Прыжок, прыжок. Блин, динамиты, динамиты, динамиты. Короче, их стало еще больше, и за счет этого надо их мочить. По-другому вообще никак, они мне не дадут. Тут есть возможность. Запрыгиваем, пока их поменьше стало. Да что ж ты не берешь-то его отсюда? А хотя я уже запрыгнуть могу. Фух, я на втором этаже, но это ни о чем не говорит. Вообще ни о чем не говорит. Потому что сейчас он может еще натравить на меня этих своих животинок, поскольку они тут в клетке сидят, вон, например. Так, я тут что-то еще видел. Вот, отлично. Двери открываем. Мне кажется, если он один на один со мной выйдет, он вообще ничего не сможет. Хотя он вояка. Может, меня скрутит, да в наручники, да там отхлобучит. По всем правилам. Так. О, тут прикольно, миленько. Ага. Жалко, я свой плот не вижу. Хотя нет, вон он. А, нет, это не мой плот. Мой вон там где-то. Ничего себе. О, там это что, крыса такая здоровая? Нифига себе, он отрастил себе там. Обалдеть. Что-то не хочется с ней биться вообще, капец. Он прям для меня арену приготовил. Там ошейники есть. Ну, короче, мне тупо спрыгивать и все как бы. Ладно, погнали. Из всех моих творений Альфа настоящий воин. Он умеет выживать. Я тоже умею выживать. Слабые отсеиваются, сильные остаются. Вы, разведчики, были такими же. Можно уже хедшотом ему? Ладно, не буду тратить патроны. Вы создали себя с нуля. Вы не останавливаетесь, пока не столкнетесь с тем, что сильнее вас. Альфа, приготовься! Убей! Как она смешно спрыгнула. Есть попадание. Ошейники для чего? Ошейники для чего-то нужны. Она еще и следы остает так токсичные после себя. Блинский. Че он там, кусок мяса едал? За что? Она ж ничего не сделала. А что ты кусок? А, прикинь, стрелы больше ее не берут. Как это так? О-о-о! Нет! Нет, отпустите меня! Капец, я ничего не могу сделать. Получай. Страшно в глотке-то у нее быть. Это бесполезно, у него толстая шкура и железная воля. Надо что-то придумать. Надо как-то придумать, как его в ошейник. В ошейник нужно его. Что-то там с ним как-то. Чего-то. Блин, это кислота? Короче, рядом с ним вообще бесполезно что-то делать. Нифига себе, он прыгает. Стрелы кончились. Вот это стрём. Я вот здесь вот постою, ты меня не тронешь, если я здесь буду стоять? Он там что-то кидает. Нет, он сюда забежал. Ха, разбежался я. Хватаем патроны и бежим. Я что, ни одной стрелы не взял, что ли? С его брюха-то. Не понимаю, что надо делать с ошейниками. Вот анимация, что я патроны собираю, есть. А вот по факту непонятно, беру я эти стрелы или не беру. Вот еще стрелы есть. Опа, попало. Убила нафиг. Вооружился, короче, до зубов. Взял себе лечебные мази. Два лука, один старый, который уже поломался почти. Два мачете, также один из которых поломан. Ну и копье на всякие, на дальние атаки и все такое. Надеюсь, что я все-таки смогу убить. Есть, короче, вероятность, что я не могу физическими атаками вообще забомбить. Нужны как-то ошейники. Либо что-то другое.
Я, конечно, сейчас еще попытаюсь его пострелять там, я не знаю. Ну-ка, мачете. Блин, с лука, конечно, самое простое, но в ближнем бою... Когда победим, я тебя угощу. Ты меня угостишь чем, интересно? Чем ты... Оу! Чем ты меня собираешься угостить? Так, вот когда грива у него светится, он какой-то бессмертный, я его не могу пробить ничем. Нормально так меня откинуло. Вот, теперь не светится. Теперь не светится. Получил по жопе. Мазь, 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 мазь. Намазь, мазь себе. Получай, получай, получай. А, все, бессмертие. В атаку, Альфу! В атаку! В атаку! Может, без атак? Сколько ж тебя калашмарить-то надо, а? Я и мачете уже, все, бессмертие у него. Уходим. Камушки метает. Хоп-хоп-хоп-хоп, попади, попади. Попал все-таки. Ты посмотри, меткий типочек. Ну же. Прикинь, замочил. Нет, 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 Альфа, ты не мог его убить, все зря. Забираем кучу кожи. Я ей бошку сейчас взрыву. Офигеть, я его завалил. Я завалил Альфу. Хочу одеть бошку Альфу. Вот это зеленые слюни, вот это все. Ага, крутяк. Я теперь Альфа. Ну пошли. Как он там говорил, сильнейший побеждает слабого. Сейчас посмотрим, кто из нас слаб. Ну, финалочка сейчас, походу, будет. Улов, чё кабо? Сейчас будем против Улова биться. Назад! Вы ничего не можете сделать. Держитесь подальше. Это все мое. Чем ближе я подхожу, тем дальше он отходит. Он, короче, сейчас с окна выпадет и разобьется. Блин, но я не хочу, чтобы ты это... Выпрыгнул. Ага, стрела сквозь него пролетает, слушай. Сквозь его дырявый штанин. А это сверху кто? Какие-то генералы, видимо, не знаю. Думаете, вы можете что-нибудь изменить? Но я хотел бы, чтобы ты не выпрыгнул, скотина. Я хочу посмотреть тебе в лицо. Похоже, другого варианта, как посмотреть ему в лицо, кроме как... О, какой засранец, смотри. Ха, у него сумочка с кормом для пёселя. Обинтованные изолентой, точнее, скотчем коленочки. Ладно, давай закончим с ним. Без меня утопия сгорит. Ну, что поделать. Не приближайся. А что ты боишься? Ой, там провода. Ты сейчас закутаешься в них и это... Ты, короче, повиснешь же. Там как бы есть куда еще? Чувак, ладно, я бегу. На тебе. Ага, повис. Я так и знал, что ты повиснешь. Прикольно. Вы его не заслуживаете. Бормочет что-то. О, ключик, спасибо. Ключик от тюрьмы. Ну чё, да выпендривался? Тут у нас чертеж какой-то есть. Чё за чертеж? Чертеж титановые инструменты. О, титановые. Офигеть. Прикольно. Ну ты повиси тут, а я пошел освобожу остальных, кого ты там запер в клетках. Аккуратненько тут сейчас спущусь вот так вот. Я надеюсь, что там жители, а не телевизор включенный, да? Это уловка Улова, блин, черт. Надеюсь на это, что там жители. Ну? Когда океан буквально смыл цивилизацию, выжившие остались ни с чем. Но они не сдались. Разведчики встали из руин. Дерзнули исследовать наш затопленный мир и вернули нам надежду. Благодаря их усилиям, утопия снова свободна. Это наш последний шанс начать длинный и трудный путь к восстановлению. Отныне мы все становимся разведчиками, готовыми нащупать следующий шаг для человечества.
А, о! Здорово. Я пить хочу. Есть у кого вода? О, автомат. Сколько тут брюликов всяких интересных. А есть вода, 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 вода. Блин, газировки даже нет в автоматах. Арбузики. О, арбуз. Можно взять арбуз, арбуз? О, отлично, я этим могу напиться. Арбуз пойдет. Здорово. Люди появились. Прикольно. Все, игра пройдена. Рафт. Затащили, как говорится. Растения какие-то. Ну, в смысле, там это, чеснок. И что-то еще. Вон, перец есть, вижу. И что, со всеми поболтать можем? Поверить не могу, что все так закончилось. Ну, прикольно, со всеми поболтать тут можно. Так, а Хану-то? Хану, можно тут увидеть? Где Хана? Хана. О, это Дета? Дета. Никто не обращает на меня внимания. Может, теперь прислушаются. Это тот изобретатель, который ракету сделал. Малыш, изобретатель. Бруно, прикольно. Не нравится мне этот Олаф. А куда вы его, кстати, дели? Вот это может быть Хана. Да, вот она, Хана. Вот как она выглядит. Мы обязаны вам нашим будущим. Нет слов, которые могли бы выразить нашу благодарность. И все, да? Ну, понятно. А ты кто? Оливер. Ясно. Ну, вот мы как бы на рынке. Здесь люди. А внизу никого. Все люди только на рынке. А вот он и сам Олаф. Сидит в клетке, как псина. Ну что, все довольны? Да, все наконец-то довольны. Монеточку заберу. Короче, спрыгиваем с этого рынка и бежим к моей ласточке. Посмотрим, что там за инструменты крутые. Значит, вот большой рюкзак. Титановый топор, прочный топор, которым можно срубить еще больше деревьев. Титановый меч, титановая стрела и электрический зиплайн. Тут и так и написано, что можно ездить вверх и вниз по зиплайнам. Сделал зиплайн электрический. Давай посмотрим, как это все катается. Вот такой зипчик. Правда, на нем как-то не так я еду, но ладно. Спрыгиваем и в обратку давай. В обратку поедем. Воу, круто. Офигенно. Вот это чудесная штучка. Я еще сделал все инструменты, рюкзак. Сейчас все тебе покажу. И на этом будем, оп, закругляться, наверное. Значит, вот рюкзак, я его одеваю, это снимаю, это надеваю. Вот. То есть у нас дополнительная секция снизу еще добавилась. Если со старым, смотри, у нас было две дополнительных снизу секции, вот, две, то с этим рюкзаком у нас три. Шикарно. Давай посмотрим на меч, на топор, на крюк, ну и на стрелу. Значит, стрела. Давай, вот он крюк, вот такой вот. Прочность у них есть все-таки у этих титановых вещей. Поэтому, как бы, они ломаются. Вот такая вот стрела. Вот она. Мощная, как гарпун. Вот топор. Топор, кстати, местный, по всей видимости, по рисунку на нем. Ну и меч. Вот так. Ой, какие звуки шикарные. Пиратский меч. Ёлки-палки. Ну вот, собственно, и все. Улов побежден. Народ освобожден. Мои путешествия окончены. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк. Подписаться на канал и написать какой-нибудь прикольный комментик. Ну а мы с тобой увидимся в следующих роликах. Так что до встречи.